12 октября на базе школы номер 12 состоялась образовательная акция «Всероссийский экономический диктант» на тему «Сильная экономика. Процветающая Россия». Целью проведения диктанта является определение и повышение уровня экономической грамотности населения, развитие интеллектуального потенциала молодежи. Участниками диктанта стали учащиеся 9-11 классов 17 общеобразовательных организаций города Новочебоксарска. Старшеклассники, принявшие участие в диктанте, получили возможность проверить свои знания, оценить свою экономическую грамотность, понять, способны ли они принимать экономически правильные решения.